Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии, предложенный Россией, Китаем и Боливией. За проголосовали представители 4 стран, в том числе и Казахстан. Позицию против высказали 7 государств, воздержались от голосования 4. Ранее российская сторона наложила вето на аналогичный проект США. Тогда резолюцию поддержали 11 стран. Это означает, что полномочия совместного механизма по расследованию истечет уже завтра. Напомню, группа экспертов ООН возложила ответственность за применение химического оружия в Хан-Шейхуне на правительство Сирии, а в Умхоше на боевиков ТИГИЛ. Россия же раскритиковала их доклад. Главные акценты американского текста не менялись на всем протяжении экспертных дискуссий. В него вносились лишь косметические изменения, не закрывающие ни одно из выявленных слабых мест следственных органов по химическому досье Сирии.